Чтобы скрыть убийство жены, муж заявил о ее пропаже и сам в течение нескольких дней активно участвовал в поисках. Сказал, что ее не было 3 дня дома. Вот и все. Поэтому в розыске подал. Ну, глаза красные, бегала. Ну, типа, глаза у него бегали. А потом к нему приехали, типа, эти разыскивали гараж, квартиру. Ну, и он сознался. Было предчувствие, что это он? Да какой-то, да, он сам по себе. Что ненадежный такой это. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».